Друзья, я вас приветствую. Я к вам сегодня с раскладом, с такой финишной чисткой, даже скорее не чисткой. Короче, тема расклада, тема сегодняшней работы – это отвод, да, отводы. Сегодня у нас, да, небольшая предыстория, да, предисловие. Сегодня у нас 18 сентября, лунное затмение плюс полнолуние. Плюс у нас сейчас начинается, да, вот этот коридор затмения до 2 октября. 22 у нас осеннее равноденствие. То есть даты такие серьезные. Период сейчас идет, реально ускоряется. Вот, плюс кто там еще, да, посмотрел ритуал мой с улиточкой, вот помните, говорила на исцелении, я сама прям моментально, ну, я как бы была в таком, да, разболевшем состоянии, ну, вот реально за сутки прям выгорела, да, скажем так, то есть когда можно болеть неделю, и вот сегодня, да, остаточное такое явление, это вот насморк и голос такой неприятный, но что делать. Итак, даты, да, такие серьезные, и сегодня я тоже... Не по запросу, по работе, да, по своей, по личной работе. Буквально вчера, я просто объясню, да, почему эта тема пришла, чтобы вы тоже понимали. Буквально вчера я вот эту вот шляпу снимала. Вот. Сейчас это тоже, да, все будет раскручиваться. Но четко по белым. С большого количества людей прям, да, вот отливочка сползло. Отвод. Тема сегодняшней, да, расклада чистки – это отвод. Еще раз напомню, что это такое. Ребят, почему не работают чистки, да, не работали, то есть почему еще помехи? Вот здесь вот еще тоже такой момент, 90%. Эти твари черные ставят отводы. Этих отводов, вспоминайте сказку, да, как Кощей Бессмертный, жизнь его там, да, или там смерть, а, смерть его, ну, по факту, как бы жизнь его там, да, была в этой, в иголке, игла в яйце, яйце в утке, то есть понимаем, да, вот это некая матрешка, по сути, это отводы. А как это делают? Ладно, я буду не ругаться, как это будут делать вот колдуны черные, да, собственно, те, от которых вот мы вас чистим. Этих отводов, да, напоминаю, может быть много, но в основе, как это делают, да, чтобы, ну, скажем так, чтобы на 100%. Это действительно, это серьезная процедура, да, там ритуалы. Первостепенно это делают, ребята, отвод на, ну, на живое. То есть это деревья, растения, цветы, да, соответственно, это животные. Опять-таки, по поводу животных, возвращаемся к той теме, даже не возвращаемся, немного напомню, да, вспоминаем, почему вот эти вот, я сейчас не говорю за всех, да, есть просто любители животных, но обратите внимание, кто постоянно заводит там кошек, собачек, особенно рыбок там, да, хомячков, они постоянно дохнут. Это не просто так. Да, бывает, конечно, что питомцы забирают на себя, но они по факту, да, и забирают на себя смерть, травмы и то-то. Но этим прекрасно пользуются колдуны. Далее, самый тоже ходовой способ. Вот сама как бы, да, сама сталкиваюсь постоянно. И это вообще сталкивался каждый, продолжает сталкиваться. Как делают отвод? Причем этот отвод работает, да, и как привязка. Ну, у своего рода это привязка. То есть что такое еще отвод? То есть херачат, да, мало того, что на вас, на других людей, да, то есть занимается вот этой чернухой, и вы становитесь, да, мы сейчас еще подойдем, то есть реально вы как отвод. То есть когда вы делаете чистки, да, ну, то есть вам становится легче, проходит какое-то время, да, хренак с вас как шибанет там, да, в три раза сильнее, то есть, а потому что вы отвод, то есть энергия, она летает, да, как бы не видит, скажем так, заказчика и, да, вот как бы рикошетит обратно к вам, то есть, соответственно, если отвод не вы там, да, если вы снимаете, то может умереть дерево, питомец, да, то есть такие моменты, то есть далее, вот, ну, просто объяснила. Извините, говорить сейчас буду быстро, потому что реально не планировала. Время 7 утра, ну, вот что-то как-то, короче, надо. Кстати, полнолуние, да, там кому, ну, можете посмотреть, в 5:30 было. Так, да, как, вот, короче, как делают этот отвод? Про деревья, животные рассказала, про людей. То есть, когда вы, вот, когда мы, да, вы становитесь отводом. То есть, здесь тоже два момента. Могут взять какую-то вещь у вас и вернуть ее через какое-то время. Самая такая жесть, это когда возвращают через 40 дней. То есть, с ней работают, там, да, это тоже работает как переклад. Да, там как отвод, вообще можно сделать что угодно, и возвращают вам. И пока эта вещь в вашем поле, в вашем пространстве, вы можете хоть обчиститься, а тому хоть бы хны. Понимаете, как, вот какая хрень, да, такой существует. Другой момент. Отвод делают на какую-то, ну, как бы вещь, на подарок, и дарят вам. То есть цель в том, чтобы вы его приняли, чтобы вы согласились его взять, как бы, да, и взяли. Вы, кстати, тоже, да, можете потом вычислить, и, как правило, эти вещи вычисляются. Но, а программа-то уже внедрена, и здесь тоже кто как вычислит. Я вот, например, тут вот спустя там месяц поняла, крали-крали, воровали потихоньку. Ну, сделаем вот так вот, как бы, да, вот на подарочек, на вещь сделали. Кстати, если у вас такое произойдет, вещь строго-настрого сжигать. То есть, как бы, что горит,
надо сжигать, что ломается, рвется, то есть, ну, по максимуму, да, там, как бы испортить. Вот, и самое, ребят, ну, кто не знает, уксусом все подклады, всю вот эту вот херню магическую необходимо заливать уксусом. Это действительно как бы помогает. И еще обратите внимание, когда вы будете сжигать реально колдовской предмет, то есть заговоренный, порченный. Блин, буквально вчера сжигала, смотрю вещи, ну это просто не первый, да, год, сколько раз убеждаюсь. Видео даже, ну как бы, да, хочется вам показать, но такие вещи нельзя записывать, да, потому что, ну, можете хватануть, то есть тот, кто посмотрит. Поэтому такие вещи горят реально, вы знаете, зелено-фиолетовым пламенем. То есть, ну, вспомните мои слова, когда будете жечь. Тот, кто жег, кто уже сталкивался, знает. И вот прям смотрела, да, вот эту вещь, как бы подарочек. Прям, ну, вот я понимаю, что это глупый вопрос, да, но тем не менее, вот по картам, по диагностике, да, что не горит. Да защита, блядь, защита, ведьма, там, да, там ритуал. Ну, ладно, причем вещь была такая шита-крыта, слава богу, не пользовалась. Но вот что-то, да, вот вчера меня дернуло. Причем, вы понимаете, как это работает? То есть, я опять-таки, я почему еще, да, помогаю, хочу помочь, почему я это все делаю? Потому что я не ориентируюсь на чужой опыт. Ну, как бы сначала я это прохожу сама, потом, да, естественно, на опыт людей. Но опять-таки, на опыт людей, с кем я работаю, с кем я общаюсь, да, с кем... То есть, они тоже с этим сталкиваются. А не где-то что-то там написано, блядь, прочитано, кто-то что-то сказал, рассказал, нет. То есть, здесь я вам тоже давно говорил, да, что информацию необходимо фильтровать. Итак, я подготовила такую свечу. Работать мы тоже, да, будем так, как у нас лунное затмение. Ну, определенное, да, это моя такая работа. Порталы. Скажу так, да, намекну. Так, сейчас я поставлю свечу. И мы по трем вариантам с вами, ребят, посмотрим. Так вот, да, я сделаю. Посмотрим. А если на вас этот отвод, да, через что он сделан, каким образом, то есть либо через вещь, через подарок, но опять-таки, да, по возможности. И если он есть, мы его будем снимать. То есть теперь ваши чистки, да, будут работать четко, точно, прямо, ибо нефиг. Ну, потому что, да, ну, как бы надоело. Тем более сегодня самая подходящая такая дата. А, так, еще вам хотела показать. Так, где моя водица? Где моя водица определенная? Работать мне сказали с водой тоже, да, строго по диагностике. Вышла водичка. Все это по справедливости. Водичка определенная, заговоренная. Соленая. Так, все, я поставлю вот так. И давайте начнем. Так, я сохранюсь на всякий случай. Так, поехали. Действительно, извиняюсь, сложно говорить, но... Пожалуйста, огонь. Все у нас пройдет удачно. Хорошо, но потому что, да, сложновато говорить. Еще горло так болит. Но я категорически отказываюсь в данный период принимать какие-то лекарства, хотя даже там попросила их купить. Ну вот единственное, чем пользуюсь, это капли в нос, и вот пару раз съела леденцы от кашля. Думаю, это не так страшно. Так, начинаем. Первый вариант. Есть ли на тебе отвод? Второй вариант. Есть ли, да, на вас отвод? В общем, будем смотреть тоже, да, по потоку, что вот сейчас не будут говорить, что мы будем, да, видеть. Что вообще скажут, подскажут, потому что... Так, по третьему зеркало здесь, ну, блядь, непроглядно. Сейчас будем снимать. И здесь холод и зеркало. Прям посмотрите, на третьем варианте выпадает. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, на третьем варианте... Я ж вас знаю, тут уже... Вот как раз-таки вчера, да, я работала, скажем так, с группой людей, которые относятся к третьему варианту, да, вот вчера четко на вас это сошло. Поэтому, да, кто не может снять, вот вам, пожалуйста, в помощь. Так, третий вариант, да, что на вас. Ну, и будем... Соответственно, дополнять, смотреть. Так, пока вот так вот сделаем. Пока тоже вот так вот. Так, здесь, чтобы вы тоже видели. Звездочку. Так, ну ладно, не совсем удобно, но... Так, первый вариант, смотрим вас. Так, да, у нас стоял вопрос, есть ли на вас отвод. По факту нет. Либо он уже, видите, не работает, потому что, ну, конечно, у нас выходит дьявол, все это было по обману, да. Но опять-таки, естественно, по магии, потому что отвод, да, ты, там сантехник, кухарка, не знаю, ткачиха не поставит, да, далеко. То есть это определенная работа. Так, смотрите, как работает ваша свеча. Сразу хочу показать, да, но это для всех. Замечательно. Так. Что тут с отводом? Да, отвод не работает, не работает, не работает, не работает, не работает. Он обнулен. Далее я вам еще хочу сказать интересную информацию. В чистке, в исцелении, да, вот, ну вот, вашем, да, вашем, речь про вас. Помогает уже сам, да, вот,
персонаж. Вот, потому что он, чувак, справедливый. Так-то. Отвод, знаете, на что был? Я просто, да, сейчас, я сейчас посмотрю, что за вещь там была, да, была, каким образом это работало. Но на что был отвод? Как бы какая, точнее, скажем так, была программа. То здесь, конечно, бесплодие, да, там, в прямом значении, не, ну, вот это вот, когда ты не видишь результатов трудов, да, то есть вот это вот, ну, бесполезность некая. И это, да, вот по карте раболепия, то есть это вот тоже, как бы скажем так, как он на вас проигрывался, потому что это не ваше, потому что вы были отводом, и вот вы были, то есть вас вот тюкать, гонять, шугать, но не то чтобы, да, вы какие-то там прям такие зашуганные, запуганные, а вот как, вот знаете, хочется сказать, в неудачном месте, да, все время в неудачное время, то есть были такие периоды, вот вы как камень преткновения, как это, да, вот груша для битья, вот такие прям приходят фразы, то есть это какое-то, вот унизить вас, что-нибудь там посмеяться, насмеяться, то есть, да, вот, еще видите, вот как карта шут, то есть вас видели как клоуна, и почему еще, кстати, сделали вот эту хрень, вы на самом деле внутри другой, то есть вас видели, как бы, да, вот таким вот клоуном, дурачком, дурочкой, ну, здесь очень сильно ошиблись. Поэтому нет, ребят, отвода здесь на данный момент нету. А хорошо, это у нас, вы его уже сами сняли, или это вот свеча поможет сейчас? Так, здесь был, смотрите, да, на вопрос, какой у вас был крадник, что как. Здесь, ой, тьфу-то, точно, какой был отвод. Здесь что-то, ребят, сделано, ну, через могилу, да, могила, кладбище. Здесь он еще работал как крадник. Так, ну, сейчас я попробую, подождите. Здесь что-то закопано. Потому что я вижу, даже не вижу, я чувствую запах земли. Опять-таки мыши у нас, да, отвечают, вот какая-то вот грязь, да, здесь у нас тоже крадник. Что-то такое грязное, неприятное, что-то это, ну, что-то закопанное, что-то это может быть тухлое. То есть к тому, что здесь отвод был на вас, но не у вас, не в вашем пространстве, он был прикопан, закопан, это кладбище. Что за предмет, что за вещь служил этим отводом? Первому варианту покажите. Да, вот он вышел, собственно, вот он, да, вот он и есть. Что это за вещь? Ну, кстати, реально, блин, вот если вам кто-то даже и бумеранг дарил, да, или что-то как-то, ну, это как минимум. Так, что за вещь, что за предмет? Блядь, черная кошка, понятно. Ребятушки, вы мои хорошие. Так, первое, что я скажу. Я тоже попробую кратко, да, чтобы не делать акцент на себя. Короче, реально на кошек. Я сама с такой столкнулась хренью. У меня такая была просто чехарда с этими, да, вот с моими котами. Реально, что соседи с ними вытворяли, ну, все равно не буду говорить, не поверите. Короче, реально на кошек делают там и выливают, и подливают, и болезни скидывают, и могут там, да, там что-то, вот, ну, как бы клочок волос у вашей кошки забрать, что-то сделать. Короче, вот здесь еще тоже могут быть кошки. И все-таки по карте, да, парк, здесь усыпальница, здесь вот что-то, что-то на улице, что-то здесь закопано, прикопано. Это не вещь. Но если мы говорим, да, у кого есть кошки, опять-таки, знаете, да, как могли сделать? Если вот у этих засранцев был, да, там есть доступ к вашим питомцам, здесь, ну, не обязательно там, да, именно черная кошка, к вашим питомцам 99%, то есть, ну, это тоже делается не так уж, ребята, и сложно. Вы могли куда-то там уезжать, там, да, оставлять своих питомцев, там, даже элементарно покормить. Это вы до сих пор не верите, что как так мои там родственники могут, мне могут, еще как могут. Это первый, кто будет. Поэтому здесь у вас, да, что за предмет? Зелье. И здесь как бы даже три момента. Ребят, все, что связано, если мы говорим по предметам, бутылочка алкоголя, пакетик чая, да, то есть духи, какие-нибудь крема, здесь уже материальный предмет. То есть это какая-то баночка, флакончик. Те, кто в экзотерике, да, тот очень часто, ну, могут подарить какой-то, знаете, еще по карте зелья очень часто происходят всякие такие типа обереги. Ну, а-ля там ведьмина бутыль там вам подарили, а на самом деле это отвод. Ну, как бы как вы. Так, что за вещь? Сейчас я просто, да, еще. Блядь, ну, ребят, гроб. Эта вещь закопана в гробу, но она уже как бы, она не работает. Просто вот если вам, да, может быть, там было важно знать, понимать, удостовериться, то здесь вот, да, закопано, прикопано. Но здесь еще, знаете, тоже вероятен тот факт, что могли что-то вот из этих вещей взять у вас, как я сказала, клочок шерсти вашего питомца,
вашу какую-нибудь баночку, да даже ваши какие-нибудь слюнки, понимаете, вот салфетки кушали, да, там вытерли, и, не дай бог, посморкались, все. Это вообще кобздец. Все, кладется это вот к покойнику, и все. Да, уж. Так что здесь... Не буду смотреть дальше. Здесь вот такая информация. Так, нет, что-то мне еще хочется посмотреть. Меня очень сильно бросило в пот. Очень сильно. Но я сама-то как бы проходила это тоже. Что там только не закапывали. Что за воздействие теперь сойдет с вас, да, по первому варианту, когда сойдет, ну, полностью этот отвод. Потому что как раз-таки вот именно сегодня, да, почему тоже тороплюсь экстренно, да, поверьте, куча других дел и работ, ежели что-то, да, записывать на общую массу. Хотя мы прекрасно понимаем, там, да, что смотрит разный контингент. Но вот тороплюсь, потому что это, мне хочется сказать, это последнее время, когда вот можно успеть закончить эту работу, немножко расслабиться. Ребят, какие здесь, вот они, вышли две программы, собственно, несколько вещей. Здесь крадник был на... Любовь, то есть вот эта энергия любви, секса, страсти, жизни. Ну, я говорила буквально вчера, энергетические врата. Ну и вообще, то есть здесь вы прошли, отработали свои, ну, неудачи в личной жизни, скажем так. Здесь у всех свое тоже, да, расклад нелюбовный, разбирать не буду. И второе – это любого рода зависимости. Это не только алкоголь, не только сигареты, да, не только там наркотики. Это любые зависимости. Там то же самое, попить кофе, там, да, там вот невозможность прожить утро без кофе – это тоже зависимость. Не знаю, скушать шоколадку, да, там вот прямо аж трясет. Это вообще как бы бесовщинка, это тоже зависимость. Их много. Понимаете, даже, скажем так, в сочетании любовь и зависимость, да, давайте говорить прямо вот четко, как есть. То есть вы еще проходили такой момент, а однозначно у вас было, вам прям было страшно оставаться в одиночестве. И вам специально давали, ну, не давали, точнее, нормальных отношений, вы должны были проработать. То есть сейчас вам уютно и наедине с самим собой. Ну, и здесь, конечно, вот, вы отрабатывали крадники, не ваши. То есть, как бы вы отрабатывали свою карму, но вам по факту помогли. То есть, поставили вот эти крадники, зато вы отработали две вот, как бы, да, вот этих вот программ. Ну, короче, супер. Ребят, свеча просто уже что-то так быстро начала работать, а еще два варианта. Поэтому давайте продолжать. Так, первый вариант, я вас благодарю. Переходим ко второму. Есть ли отвод, ну, у вас на вас? Ой, здесь карта черной магии, здесь карта экзотерики, да, шизотерики, блядь. Здесь карта... Тайны маска. Ну-ка. Есть или нет? Покажите. Помните, кстати, вот он, маскарад на втором варианте. И, блин, и на втором или на третьем карта зеркала выскакивала. Ну, значит, второй и третий однозначно дружат. И одна история. Так, есть ли отвод? Так, ну, либо освободились, либо идет освобождение. Да, я сейчас не могу говорить, в каком времени. Ну, хотя, почему не могу? Сейчас выясним. Ну, в любом случае, да, хорошо, процесс идет, ну, понятно, вот она, лисица тут, тут второй вариант, конечно, жесткий. Ребят, разрушается, идет разрушение, да, разрушение по данной колоде, как бы, да, моя трактовка, идет разрушение. Плюс, да, свеча сегодняшняя вам в помощь, воздух очень стремительно. Так, ну, ребят, здесь старшие родственники, начальники, да, какие-то эти паяльники. Вот она, луна наша кругленькая, кстати, еще такой момент. Я перед тем, как, ну, утром думала, я вообще в 5 утра проснулась неожиданно, коты разбудили. Думала, записывать, не записывать. Нашла такой вот у себя оторванный кусочек бумажки. Видите, цифра 3. Я вообще не знаю, что это, откуда. Не, ну, я не говорю, подкинули. Дома валялось что-то, да, где-то оторванное. Но просто это моя любимая, как бы, цифра. Вот у меня 7 и 3 мои. Вот она у нас, луна. Вот у нас сегодня, да, полнолуние, новолуние. В любом случае, короче, сегодня произойдет полное освобождение. Да, скажу вот более четко. Вот она. Ну, работали, вот, смотрите, кстати говоря, здесь через воду, сразу уже говорю, работали по вам, работали по воде, и все, что связано с водой, с жидкостями, соответственно, отвод сделан, ну, очень похоже, сравним на первый вариант. То есть это реально может быть, ну, как бы вот, ну, ДНК, а там кровь, слюни, моча, да, ну, поняли. Дальше молчу. Правда, как вот я сказала, да, скидывают болезнь, то есть реально могут, правда, и плюнуть там, да, на ваше животное, на вас, на одежду. И, конечно, опой, окорм. И здесь тоже крадники. То есть здесь в основе почему ставили отводы? Потому что живут на крадниках эти хрюшки. Так, что за вещь? Какой отвод? Он хорошо, да, что он сходит, но покажите. Предмет, вещь, зонтик. Ну, как бы, да, здесь тоже связано с водой. Ну, ребят, все, что связано, кстати, зонтик. Правда, могли на зонтик. Угу. Ой, прям вообще кошмар.
Кошмар, кошмар, как нос забит. А, еще, ребят, и знаете на что? Тоже такой момент. На инструменты раз, второй момент. Если кто-то вызывал каких-то левых мастеров-сантехников, могли. Потому что у нас очень много колдушек в ЖЭКах сидят. Ребят, я даже молчу, у нас вся вот эта нечисть. Вы что, даже думаете, в уборщики просто так идут? Ну, как бы, понятно, не от хорошей жизни, но очень часто туда идут люди, как бы, которые знают, зачем они туда идут. Вот. Короче, пригласили вы такого сантехника-ремонтника. Могут, я не буду говорить, какие способы, но, в общем, у вас все, что связано с водой, с жидкостями, да, это вам такой сигнификатор. Моя любимая карта. Буквально вчера делала чистку там от своего подарка. Я вам сейчас расскажу, что это за карта. Это, да, этот, ну, кинжал, да, там меч и роза. То есть это сила, да, это ярость, это справедливость. То есть это сочетание несочетаемого. Блин, как бы даже еще так объяснить. Это как бы сочетание слабости и силы. Но, ладно, я сейчас не буду размусоливать, как это относится к вам. Кстати, колода карт, но Феникс это... Вот, кофе, ребят, сейчас, подождите. Сбили немножко, я правда отвлеклась что-то на свои думки, прошу прощения. А, здесь четко опоя корм. Сейчас пока уберу эту карту. Это раз. Я просто ищу подтверждение, но у меня в голове такая картинка странная крутится вот насчет вот этого кинжала и розы. Но это, ребят, это от моего зафанила. Знаете, как вам сделали? У кого-то это на работе, четко на работе, и это мужик. То есть попить на работе с чем-то чай, кофе, да, понятно, полялякали. То есть через... Могли, знаете, даже как сделать? Вот я такую вижу картину. Вот он почему крадник, да, крадник, вода. То есть вы могли что-то там попить, покушать, ложку облизнуть. Короче, вот эту вещь украли. Все, я поняла. Да, не дамаг, но как бы это все, ну, не хватило, да, здесь опять-таки время вышло. Магичили, магичили. Родовые отработки скидывали. И все это в мороках было. Боятся очень сильно, ребят, потому что, соответственно, это все сходит. Так, я со вторым вариантом я заканчиваю. Простите, с этим, с мечом и с розой. Просто сейчас свеча догорит. Нет, нужно договорить. Это значит то для вас, что здесь боятся, вот, это именно трактовка, что вы здесь настолько именно справедливы, сильны, лояльны. Здесь боятся вашего гнева, короче, одним словом. Я сегодня не настроена философствовать. Простите, сделаем так. Просто свеча, правда, уже догорает. Третий вариант. Что тут у вас? Есть ли на вас отвод? Нет на вас отвода. На вас отвода больше нету. Ну, опять-таки, да, вот буквально вчера он с вас сошел. Ну, вот с кем я работаю. У вас идут важные перемены. На вас воздействовал мужик. Очень сильно воздействовал мужик. Сразу скажу, это уже без карт отлетит по сердцу. То есть, ну, все, что связано с сердцем, это либо эмоциональные переживания, но они как бы чем заканчиваются? Сердечко не выдержит. Нет, ребят, у вас нету объединения, целостность, наполнения. Блять. А вот я опять свою вчерашнюю историю вспомнила. Просто только вчера вычислила. Я так прям разозлилась, разнервничалась. На подарок здесь четко на вещь. То есть, вот то, что я говорила в начале. Вам подарили вещь, которая... И, ой, как треснуло, слышали? Которая являлась отводом. А это может быть все, что угодно. Кстати, здесь выпадала колода карт, но это по второму варианту. Сейчас я вам скажу, что здесь за вещь. Но здесь несколько вариантов. Ребят, мне и украшения дарили. Карты на протяжении 5 лет несколько раз. Ой, травы, блядь, одежду. Ну, нет, когда вычисляла, конечно, очень это обидно. Здесь молоток. Так, сейчас, что за вещь? Что за вещь у третьего варианта? Дайте три вещи. Блять, карты, ну, ребят. Ну, вот я просто вчера сделала тоже такую манипуляцию. Карты. Это тарологи, это для тех, кто ведет ютубы, там, да, ребята, ну, не берите подарки. Хотите там, да, вот, если вам высылают, чистите, как сумасшедшие, но не все вещи можно почистить, это раз. Вещи, которые являются откупными, ясно-красные, они вот по третьему и вылезло зеркало, то есть, ну, вот, я-то уже вчера поняла, как бы, да, но вот эта свеча вам тоже поможет вскрыть вот эти все вещи, как бы, вы поймете, вы не понимали, вы не видели, вы, возможно, догадывались, но вот пока в сердце не ёкнуло, вы не поняли. То есть, вам сегодня придет осознание и понимание. Вот сожгите. По поводу карт, я, да, сказала, тарологи принимают там, да, типа вместо донатов, как бы карты. Блять, я, простите, я лет 5 назад там от одной приняла.
Причем она говорит, я тебе деньги типа не вышлю, я тебе карту оставлю, чтобы ты меня запомнила навсегда. Блядь, запомнила, как запомнила. Алена ее зовут, может, звали, фамилию не буду говорить, но смотрит, знаю, вот. Еще. Короче, были, да, такие ситуации, знаю. Не принимайте карты. Хотят подарить, высылайте деньги, да, и то не наличкой. У нас сейчас есть все карты, да, там, вот, кто захочет, сам купит. Блядь, ну это карты, все, тут я добавить нечего, я... Фу, простите, аж, ребят, разнервничалась. Ну, потому что, вот, говорю, по личному опыту. Я вчера в ночь пришлось все это сжигать. С температурой 38, бляха-муха. Второй, блядь, ну, кто бы сомневался, ножи, кинжалы. Все, что связано с этим, да, ножи, кинжалы тоже могут, может быть, такие, как бы, ну, магические, да, атрибутики. С кинжалом, интересно, у меня была история. Кстати, тут посмотрела, вообще, конечно, охренела. Не удивлюсь, что подослали. Я когда была, ну, в отпуске, да, на отдыхе, брала с собой в работу нож. У меня, да, такой как бы, ну, рабочий. Но его как бы, ну, его даже не украли, его откровенно спиздили. И мне вот до сих пор интересно, каким надо быть, ну, либо дебилом, да, либо бесстрашным. То есть, видя, что ну, нож, да, такой, причем, ну, явно как бы, ну, вот кто видел, знает, он, у него ручка деревянная, там, да, вырезки волки, то есть, на это, на лезвие нарисованы. Ну, такое, вы поняли, да? Огарки свечей, как бы я свечи ставила в круг. Ну, каким надо быть просто вот, ну, простите меня, да, подойти и украсть это. Причем я как бы стояла недалеко. Я как бы знаю уже, кто это сделал, там мужик. Но, мужик, если ты меня смотришь, очень хочу. Ты не представляешь, что ты на себя взял. Короче, ножи. У меня просто, вот, получается, спиздили, но я там работала тоже и себе честь, да, там и как бы своя работа, и людьми. И вот как бы там... Мужик-то его и украл вместе со всеми. Кстати, тоже вам, ребят, ответ на вопрос. Когда вы переживаете, а что делать с такими вещами, да, с погаными? Ребят, а вот это так и работает. Вот мужик украл и украл, да, казалось бы, вот там вот, знаете, вот что-нибудь с ним случится, не жаль. А почему не жаль? А потому что он спиздил, потому что думать надо, это воровство. Воровство надо пресекать, тем более украсть у меня, это реально надо быть, ну, здесь не то, что без, либо бессмертным, либо безмозглым. И поверьте, я знаю, о чем я говорю. Далее. Простите, я вам все говорю из жизни, из опыта. Третий момент. Короче, поняли. Феникс. У меня есть просто татуировка Феникса, и набивал мне ее тоже чувак. Стал будущим уже колдуном, причем черным. Слушайте, как про себя, короче, вещаю, ребят. Но здесь, знаете, не третья вещь, но хотя у кого-то может быть и Феникс, перья, птички. Но здесь трактовка, да, у вас идет возрождение. Очень сильно голова закружилась. А Феникс что значит? Блять, у вас идет возрождение, у вас уже избавление, люди в ярости, в шоке, описались, обкакались, вас боятся. Пусть боятся. Что могу сказать? Но здесь, скажем так, подарок был прислан через женщину в основе 90%, но наколдовал его, как бы заколдовал, заворожил его мужик. Причем эту женщину к вам тоже подослали, скажем так, ну, в круг доверия. Особенно те, кто работает, ну, вот с людьми, да, в плане экзотерики. Здесь, блядь, каждый третий просто приходит вот именно по твою душу. Так, третий вариант. Что теперь, какая хрень с вас снимет после этого отвода, будет срезать? Ну, а здесь полколоды можно взять. Здесь очень много. Слушайте, ну, на самом деле не так уж и много. Вы уже здесь все отработали. Вот эта полколода разрушена. У вас по факту порча на постели, порча на семейное счастье. То есть вот эти как бы две программки остались. И свеча потухла. Видите, как здорово. То есть под перекладом две вот эти штуки не могли снять. Ну, это кармическая штука, да. Обманули. Вы знаете, что видите? Обман карма. То есть по карме вы отрабатывали жесткий обман. То есть вас по жизни обманывали, предавали. Вот прям реальность детского сада. То есть вы вот прям вот один, как бы, знаете, такой, как вот как маленькая вафля, да, как маленький принц. Всем верили, всем доверяли. Это была отработка вашей кармы. Вас просто учили не быть вафлей, учиться отказывать людям, да, и считывать людей. То есть это была ваша отработочка, это очень классно. Я такой лохушка раньше была, ребят, в плане, как бы эмоциональность-то нет, она осталась, в плане доверия, то есть, да, вот когда вот этот момент, ты знаешь, что человек говно, и вот это нет, блядь, я все равно спасу, я все равно помогу, короче, это у меня было дебильное вот это мышление, рабское мышление, и у меня было, кстати, на самом деле, было даже не мышление, по факту это спасителя было, это, блядь, было мышление, какие-то, видать, травмы детства, да, то есть это по факту, это мышление жертвы, а я там, да, думала, что я спаситель, ну, это, короче, психология не суть. Так, что отлетит третьему варианту? Неизбежно, бесповоротно. Вот что сейчас? Вот как оно будет, так оно и будет. Здесь они уже не смогут. Все, время вышло. Тем более сейчас у меня расклады реально пророческие. Ну, как бы вообще расклад пророческий хреново звучит. Я не по раскладам и не по картам вижу. Но вот сейчас я прям на глаз положу. Что летит третьему варианту?
третьему именно варианту. Невозможность уже скинуть вот эти родовые отработки, да, то есть будут отрабатывать, причем до, ну, какого тут до поколения, раз, два, три, четыре, да, пять, раз, два, три, четыре, пять, причем, смотрите, как интересно, раз, два, три, четыре, нет, я к чему, пять живых, шесть крестов и седьмая свежая могила. Здесь идет именно... Помните, я вам давно говорила, почему здесь нарисованы мужчины? У нас же мужчины являются, ну, простите, осеменители. Здесь отработают мужчины того, кто колдовал. То есть отсечение мужчин из рода. Это могут быть сыновья, мужья. То есть, понимаете, невозможность продлить род. Также здесь еще что летит? Мужчины сами уйдут от этих женщин. Вот либо, ну, я просто не успела сказать, хотела сказать две причины. Вторая причина, вот, а точнее первая причина, то, что я сказала, да, вот она свежая могила. А вторая причина, то есть потому что произойдет отворот, и потому что мужчины были по привороту, они просто поймут, с чем они все это время как бы жили. Так, ребят, я вас всех благодарю. Работа серьезная, работа магическая, да, опять-таки благодарность по желанию, но я не навязываю, да, у меня как бы опять-таки там, да, простите, ваши 50-100 рублей как бы не уперлись абсолютно, я никого не обижаю, не оскорбляю. Я просто напоминаю, да, именно напоминаю, а не рассказываю, да, технику работы, как работают все эти чистки, расклады, это энергообмен. То есть если вы хотите что-то получить, помощь, на халяву это не получится, не прокатит. Мне ваши деньги не нужны, у меня есть свои, как бы, да, клиентуры, своя работа. Я это делаю по запросу, потому что если этого не... Ну, короче, неважно. Поэтому это ваше решение, да, чтобы вы там орете, что вы многие, да, орут, что мы там всем шарлатаны, что мы там вообще там... богато живем, что, ребят, это такой бред, это такой бред, вот никогда не судите, во-первых, по обложке, это раз, во-вторых, по каким-то, скажем так, вот где-то что-то услышали, вы никогда, никогда никто не знает вот истинную жизнь, да, другого человека, и как тяжело это все дается. Короче, кто понял, тот понял. Контакты, мои личные контакты, оставляю все в комментариях. Ну и напоследок, да, желаю вам, конечно, всем исцеления, завершение вот этих войн, потому что я знаю, как вы все от этого устали. Это как реально, вы уже знаете, как реально, вот как Феникс, уже да пошло оно все в сад, да, вот теряете веру, теряли веру, надежду, да, любовь. Потом очухиваетесь, нет, снова в бой. Потом опять-опять, то есть вот понимаете, как вот прям, дайте мне идет, как тесто вас лепили. Это всех касается вариантов, вы все умнички. Я хочу посмотреть, что у нас здесь вышло. Я здесь вижу какую-то, не знаю почему, но это... лягушка какая-то. Не знаю почему, мне идет ассоциация лягушки. Рога. Перекресток. Бантик какой-то. Так, что это у нас? Может, вы, да, что-то увидите, напишите. Что это у нас такое? Карма. Кстати, смотрите. Видите, ну, как будто, да, два рога, и вот фитилек таким кружочком скрутился. Смотрите на эту картинку. Видно вам? Нет, смотрите, карма. И тут, да, некое, ну, как бы существо, сила. Так, видно вам, не видно? Посмотрите на голову его. Видите, как два рога, и вот такой, как, ну, нимб, не нимб. Вот. Ну, что такое карма? Это то, что неизбежно. В моей трактовке это так. Это то, что неизбежно как бы отработано, то, что неизбежно случилось или случится. То есть это понимание, ну, судьбоносность, да. Карма, собака. Во-первых, вам пришла помощь. Вам пришло исцеление. То есть вам помогли. Да, в такой трактовке. Ой. Просто замечательно. Кармический чпок, как я его называю. Ребят, ну мощно, мощно. Да еще, вы понимаете, сила на карму. Тарологи, ну, поймут, знают, да, какое-то усиление процесса. Опять-таки еще по карте собака. Это карта, знаете, я здесь так скажу, это карта ожидания. Это карта верности, да, потому что кошка, она у нас там такая зависимая, точнее, всякая, точнее, наоборот, независимая там, да, такая. А собаки, они верные и преданные. То есть это тоже... тема ожиданий. Вы ждали, ждали, вы очень долгое время ждали вот этих бумерангов. Но по карте парк,
и сила – это была ваша распаковка, некий контракт на получение вашей силы. Ну, то есть, чтобы ее получить полностью, надо было пройти вот этот ад. Солнце, ну, все. Это карта энергии, это карта, как бы, да, удача. Плюс у нас и клевер. Ну, здесь будет энергетический, скажем так, бумеранг. Я сделаю вот так. Вот так мы сделаем. Карма и бумеранг. Ага, все. На этом точно все. Всех благодарю за внимание. Кому нужна, обращайтесь. Контакты в комментариях.